Маруся, доченька, да чего? Вставай, зайка, с Днем Святого Николая тебя. Давай скорее смотреть подарочки. А ну, хорошая ты была, послушная девочка или нет? Нет? А ну смотри, у тебя под подушкой что? Рисочка или подарочек? Я уже посмотрела. Что у тебя? А ну давай бегом. Давай, моя девочка, в школу уже пора вставать. Я в школу не пойду сегодня. Как это? Что там? Доставай быстрее. Что это? Николася. Книжки? Какие книжки? Краски. Вау! Они как раз нам были нужны. Это. Супер. А это что такое интересное? Песок. Песок? Это же чудеса морского дна, дочь. Это же надо раскопки делать. Да ты хотела такое. Вот, смотри на картинке. Ты молоточком ты бьешь, разбиваешь и находишь, что там находится. Ты побудешь настоящим... Кем? Археологом, наверное? А кто это? Раскопки. Как это? Ты же будешь искать раскопки, как археолог. А что еще там у тебя? Какие-то сладушечки? Шоколадку. Ух ты! Ты довольна? Супер! А теперь умываться. И Алиска потом проснется, тоже будет смотреть, что там у нее. Ты рада? Ты пока встаешь в холодильник. И еще. И вот это еще. Вау! Супер! Хорошо, давай. Умываться. Сына, что там у тебя? Святой Николай к тебе пришел. Да? А ну давай смотри. А еще что-то? И что? Завтра ты хочешь? Завтрак по расписанию? Маме дай. Маме. Баба! Нет? Или маме? Или маме, то есть. А это что? Мишаня. У тебя машинки еще есть? А я посмотрю у мамы. Давай, Алиска, бегом, залази. Залази на кровать. О, что там? Алиса, это что, тебе подарки? Уже там. Что это? У меня такая дочь была. Нет. Дочь, дай она сама будет смотреть, не Куля. Да и папа. Вау, Алиса, супер. А еще что у тебя? Пингвинчик. Ух ты, какой пингвинчик. Он такой синенький, маленький. Он тебе глазиком моргает, да? А еще, смотри, что там еще есть. Жвачка? Мам, жвачка? Нет, это конфетки шоколадные. Да, конфетка. А еще? Пластилин. Ух ты, у нас как раз не было, да? Закончился наш. Какие цвета? А еще что есть? Что? Пластилин. Ого, елка новогодняя. Да, мы будем ее красить этими еще цветами. Даже... Алиса, а у меня знаешь, что было? Алиса, ты довольная? Алиса, а у меня смотри, что... Сегодняшнее утро у нас праздничное. Детки проснулись довольные и счастливые, потому что под подушкой их ожидал подарок от Святого Николая. Это означает, что они весь год себя вели хорошо, были умничками, послушными. И Святой Николай их порадовал подарочками. Сегодняшнее видео как раз и будет посвящено нашим играм с детками в течение дня. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Погнали! Погнали!
Мне интересно, какой это гороскоп у Нелли. Может, принести ножницы, мам? Нет, она легко. Тебе интересно, что получится? Как бомбочка будет такая. Да, кстати, по консистенции похоже на... Нет, это похоже на мячик. Он же тоже пугай. Нам надо пасти. Ой, она даже цвет имеет, смотри. О-оу. Как будто тени. Мам, давай я попью. Нет, вот это вот так делается. Смотри, начинаешь с маленьких сторон. Давай я попью. Все. Понимаю, сейчас я скину. Давай поднимем так большой куски. На самом деле эта игра оказалась очень увлекательной и очень интересной. Мы все с большим удовольствием побыли немножко океанологами, посмотрели, что же все-таки спрятано на дне океана. Это первый наш опыт, мы еще никогда не покупали такие игры детям. Дети были очень довольны и увлечены. Но единственный минус, конечно, что это очень шумно. В этот момент как раз у нас спал Мишенька в соседней комнате, и я очень сильно переживала, чтобы его не разбудить, потому что он бы нам, конечно, не дал дальше заниматься раскопками. Но благо он проснулся чуть-чуть позже, потом тоже и на видео там дальше увидите. Большую часть, конечно, все-таки помогала деткам я, так как это трудоемкая работа, и физически надо было потратить немало сил. Алисочка молодец, она очень терпеливо ждала свою очередь, когда же все-таки мы будем делать раскопки и в ее фигурке. Мы нашли! Аккуратно, Алиска. Аккуратненько только не по этому. Мама, что в чём? Ты по краешкам, дочь, снизу, да, вот так. Мама, я надеюсь, что она будет бафать эту шубку. Не знаю, сейчас посмотрим. Молоточка, конечно, цель. Мама, я вообще сердечко. Ты сердечко? Конечно. А ну-ка, ну-ка. Нервненько там надо. Ага, ага. Давай еще чуть-чуть. Только очень-очень нежно, чтобы не повредить сам жемчуг. Ю-ху! Дай кисточку, мне надо их протереть. Хелоди настоящий, чтобы сразу знать, что это. Мама, все мои открытые делать. Теперь я сама попробую. Вот так вот сбоку вот эту подбиваю, и она как раз выйдет. Нет, вот этой палочкой. Да что его делать? Аккуратно, чтобы бутинка не укатилась. Давай, если сейчас мы не знаем, как устроить. Закатаю рукава. Мам, можно эту горку раскопать? Может, что-то еще получится. А я вкатала. Супер. Можно еще? А я вкатала. Хорошо, зайка, идем к тебе. Мам, можно мы как пластилин поиграем? Нет, подожди, надо за собой поубирать сначала. Ладно. Надо, вот это нужно салфетку. Да, это возьми сразу в мусор выкинь. Археологи, это очень... Итак, Алисик, мы с тобой, дочь, тоже начинаем искать, что же у нас тут в итоге найдется. Мам, можно я кисточку? Да, ты будешь вытирать? Да.
Также, дорогие друзья, я хотела с вами поговорить на тему того, почему мы отмечаем День Святого Николая именно 19 декабря, а не 6, так как это принято во всей Европе. Ну, если честно, то я в этом году вообще впервые узнала о том, что этот праздник отмечается 6 декабря в Польше, так как я с детства всегда получала подарки в ночь на 19 декабря. И деток мы точно так же к этому приучаем, что если ты был послушным в течение года, то жди под подушкой подарочек. Но если ты вел себя неудовлетворительно в течение года, тогда есть вероятность получить прутик, как символ того, что надо исправляться. Вот. Но многие наши знакомые решили поменять традиции, и многие отмечали этот праздник 6 декабря. Так же, как и Рождество, в ночь с 24 на 25 декабря. Мы ничего против не имеем, так как считаем, что все взрослые люди вправе решать сами, как им лучше и как правильнее. Но наша семья приняла решение, что мы все-таки будем отмечать праздники по тем традициям, которые были привиты нам с детства. Рождество – это у нас 6 на 7 января, а День Святого Николая – это 19 декабря. Пока в этом году так. Как будет дальше – посмотрим. Это настоящий изумруд, бриллиантовый. Что? Это настоящий? Наверное. Мама, можно мне притри быстрее этот бриллиант? Можно я тоже попробую? Мама, можно мне? Можно мне? Тут есть еще что-то. Камень тоже из изумруда. Ого, Алиса! Давай, протри. Тут один у Алисы маленький, а у меня большой. Давай, протри. Мы уже сделали раскопки. Сейчас Вероника покажет, что у нас получилось, что мы нашли. Бриллианта. Алиска нашла два бриллианта розового цвета, а Вероника два такие жемчуга. Вот в такой вот. Они розовые, потому что они были в розовом. Вот такая вот коробочка. Девчонки, вам понравились раскопки? Да. Завтра будем еще искать? Да. В хвостиках найдем? Да. Хорошо. А сейчас что мы будем с вами делать? Украшать елочку с пластилиновыми игрушками? Да. Давайте лепим новогодние игрушки из пластилина. Мама, можно, доченька. Пока девчонки лепили из пластилина, проснулся Мишенька. Я пришла к нему в комнату. Хотела уже его забрать к нам, но он лег мне на плечо и обратно уснул. Я решила его обратно положить на нашу кровать, чтобы он досыпал. Чаще всего два своих дневных сна он спит как раз-таки на нашей кровати, а ночью он спит в своей кроватке. Под утро мы его забираем опять к себе, и он спит с нами, досыпает. А я шубу что сделала? Ух ты! А ну покажи, Никуля, елочку вашу. Что вы уже сделали тут? Мы сделали украшения белые, розовые. Конфетка есть. Что у вас еще тут есть? Елочная игрушка, листочек, бантик. Ой, конфетка. Супер! Вы такие умнички, Алисочка. А ты что, я зайка делаешь? Ух ты! Что это у тебя за мордочка такая? Супер, доча! Какая ты умничка! Я тебе подарю мамочку. Спасибо большое, мамочка. Это мамочка не знала, что это мячик с ротиком. Мам, только не ломай, пожалуйста. Конечно, не поломай. Я заставалась. Конечно, моя девочка. Я Никуле сказала, Никуля, я с тобой, моя доченька, я с тобой горжусь. Что я звездочку делала? Ты так сказала, Никуля, моя доченька, я тобой горжусь? Да, а ты так скажешь мне? Моя доченька, я тобой горжусь. Вы слышали? Томми Жуль опять проснулся. Мам, не надо его. Надо его уже звать?
К нам? Да, к нам. Сейчас его попробуем. Сейчас мамочка пойдет, а ты пока лепи. Лепи с Никулей. Мам, смотри, я носочек сейчас сделаю. Давай, мама пойдет к Мишульке. Хорошо. Супер, вообще вы такие умнички. Мне так нравится, что вы делаете. Ну, а на этом я буду заканчивать наше видео. Всегда благодарна вам за обратную связь, за ваши комментарии, за то, что вы подписываетесь. Нам это очень важно и ценно. Спасибо вам большое за просмотр. Всем хорошего дня. До встречи.